прикольно, когда... Не для камеры. Очень прикольно, когда ты немножко уделяешься официально, ты просто не попробуешь там две сцены. Для нас это просто немножко особенно чувствуешь. Блин. Любимый рабочий пол? Боже, когда там здравствуйте. Поза ресторан. Свет загорелся. А, тут я не снимаю. Ой. А почему нет? Да, наш Виктор. Расскажи. Пойдем, Виктор. Привет, я тебя на экскурсию. Помашите рукой. Наш шикарный повар с Украины, который... Такого второго вы не найдете. Отлично. Серега, ну что ты скажешь на этот счет? Ну что, это стоит на самом деле прийти, это покушать, стоит, увидеть. Да. Потому что ты непосредственно какую, участвуешь. Как, ты садишься. То есть я сажусь здесь, да, если я правильно понимаю. И я получаю не только еду, я получаю шоу, еще и шоу. Я получаю удовольствие. Ну, здорово. Что происходит у тебя на глазах, то есть ты видишь, какие продукты используются, как это готовится. Да. Слушай, ну мне нравится, Серега, это отлично. Это отлично. Интерьерчик у вас прикольный. Надо как-то попробовать прийти. Обязательно, Серега, так и будет. Мы с тобой договоримся в какой день. Ты для моих подписчиков скидку сделаешь? Это отлично будет договариваться. Я понял. На самом деле, для любого человека мы можем сделать скидочную карту, карту привилегий, то есть это без проблем. Любой человек сможет получить скидку на еду или напитки. Мне нравится ваш подход. Ну что? Вы что вообще? Ну, сейчас проходит регби. Сейчас данный момент регби, а вообще в основном самые основные... Лига чемпионов. Показываем. Лига чемпионов, основные мероприятия, да? То есть сейчас плей-офф в КХЛ, то есть любой матч по заказам. То есть мы не привязываемся так. У нас, допустим, есть Лига чемпионов, да? Но если есть желание у кого-то посмотреть чемпионат Англии по воскресенью, тоже всегда. Пожалуйста, да. Милости просим. Да. Слушай, ну прикольно, прикольно. То есть не просто поесть, не просто посмотреть, а еще с идеей, да? Самое важное у нас происходит по воскресеньям, к сожалению, я не смогу это показать, мастер-класс для детей. Да, то есть это поварской мастер-класс. Да, поварской мастер-класс. Да. Об этом информации чуть-чуть попозже предоставлю. То есть детки готовят и суши, и равиоли, и кондитерские изделия. Сейчас уже, на самом деле, очень много желающих, у нас приходит два этапа. А много детей как бы в группе получается? Сейчас уже думаем делать третье, потому что 20 детей в группе. 20 детей в группе? Это уже будет у вас третья группа? Вот. Это теперь специально. Специально, я должен это снять. Нифига, даже искры летят. Круто. Слушай, да. А насчет детских групп, с какого возраста, скажи, пожалуйста? Ну как, в принципе, с 6 лет, но если ребенок уже готов учиться, да, познавать новое, то, конечно, с удовольствием. Вместе с мамой, вместе с родителями, да? Родители, мы обычно детей в отдельной комнатке, родители в ресторане могут провести, да, время. Анюта, учиться будешь? Анюта у нас еще не готова немножко, нет, да? Чуть-чуть, подрасти надо. Чтобы дегустировать. Чтобы дегустировать смогла, да. И сейчас мы новую практику проводим, это взрослый мастер-класс. Да. Также... Ну, тематика какая? Какой кухни? Вот сегодня были у нас для взрослых, делали десерты, то есть макароны. Именно, да, глубокое обучение, потому что не так просто... Макаруни эти типа? Макаруни, да. Не так просто, что вот и не так, и все. Конкретно с рецептами, как готовить, почему тесто так. То есть, да, очень интересно, можно новое что-то делать. Слушай, здорово, здорово. Ну, вы молодцы. Вы молодцы. Стараемся. Едем дальше? Еще больше. Пойдем дальше. Пойдем дальше.
нас есть библиотека, как этот зал называется, где да. можно встречи, проводить конференцию. Да. В атмосфере, чтобы никто не мешал. Здорово. Лепка настоящая, ручная работа. Да, лепнина, кстати, надо снять, действительно. Прикольно. То есть спокойно. У отеля, у ресторана, как бы такой, это заложено вообще в имени, что отношения дружеские. Да. То есть стараются не так, чтобы с галстуком общаться, а более просто. То есть это у вас как в ресторане, не клиенты, не постояльцы, а гости. Гости, да, конечно. Да, гости, разумеется. Ну, прикольно. Прикольно. Тут такая мебелюшка. Можно сыграть в шахматы, зарубиться, да. Вообще. Это помещение, оно идет независимо, что ли, от отеля? То есть, ну, ты можешь его арендовать как бы можно отдельно, да? Если нужно закрыть, я также можем всегда прийти чашечкой кофе, посудить бизнес-дела. Да. Что мы на самом деле делаем. Очень важный момент, как бы парковка, если на 20 евро в ресторане пообедал или с бизнес-ланчем, то есть бизнес-ланч там за 4,50 или за 7 евро одно блюдо или два на выбор, то парковка бесплатная. Понятно. В центре Риги очень довольно тяжело найти. Ну да, согласен. У вас здесь достаточно такая она широкая, большая. Да. Пока на лето это в силе, летом в зависимости от заполнения отеля. Ну, то есть, вообще идеальная схема такая. То есть, ты, допустим, приглашаешь там бизнес-партнера, селишь его в отеле, да. Спокойно. Потом добираешься сюда, вы заходите в этот конференц-рум, да, в библиотеку так называемую, садитесь, делаете какие-то дела. И пару фреши. Да, вы в пару фреши, пару смузи. Конференц-зал у нас 4, вместимость примерно до 100 человек, да. В зависимости от расположения. Это ну все. И со всей инфраструктурой необходимой, да? Да, конечно, кофейные паузы и все остальное. Можно да. заказывать конференции, очень часто у нас происходит с обедом в ресторане. Да. То есть заранее обговаривается меню, и на определенное время еда готова, что ускоряет процесс обслуживания гостей. И как бы, если это конференция, экономится время. Понятно. То есть, слушай, ну здорово. Все решаемо, все договариваемо. Здорово, мне нравится. У нас здесь, кстати, по пятницам, то, что я рассказывал, происходит мафия. Так, подожди, а мы сейчас можем там снимать или не можем? Ну, лучше не надо. Ну, гостей не снимаем, да? Здесь у нас проходит мафия. Да. Как я уже рассказывал, 40 евро с напитками. То есть будет собраться компания по 40 евро с человеком. И по каким дням? По пятницам. Во сколько начинается? И начинается в 7 часов, но более конкретная информация на сайте. На сайте Меркура. И на Фейсбуке Меркура даже. Меркура, смотреть, да? На Фейсбуке более в легкой форме и открытая информация. Я понял. То есть в вашей группе какой-то, да? Да, есть Фейсбук-страничка Mafia Club, есть ресторан Travel. Да. Мафия, я правильно понимаю, что это именно игра мафия, да? Да. Нет, это не мафия собирается. Мы стреляем людей здесь. Нет, просто мы не что-то еще. Да, у нас ведущий очень хороший парень. Да. Сейчас мы только начали, есть промо-ролик, если вам интересно, я тебе скину всю информацию. Но это по пятницам происходит, да? Ну, то есть я могу рандомно с улицы прийти, да? Да, конечно. Ну, желательно, конечно, заранее зарегистрироваться, потому что бывает, что, допустим, народ не собрался в разные мероприятия в Риге. Бывает, что очень много, чтобы не было, что кто-то остался в стране. Но не бывает так, что вот не набралось народа? Мы только начали. Да. Вот в эту пятницу было мало, но все звонили прямо в пятницу и просили на следующую заказывать. Да. То есть вот такие варианты. Понял. Ну, работаем. В целом популярность какая-то уже имеется, да? Да? То есть конечно. Ты не приедешь так впустую, да? Совсем впустую не приедешь. Ну, здорово. Что, не только гостиница, не только место для конференции, не только банкет. Да? На стыде в Латвии боятся идти в рестораны в гостинице и вообще в бары в гостинице. Да, 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 да. Ну, в принципе... Очень зря, ты считаешь, очень да? Очень зря. Ну, я понял. Хорошо. Да. Все, да. Идем дальше? Ну, все, это вот такой маленький квест. Вот. Это был Серега, он нам рассказал про Меркура отель. Серега, помаши рукой, скажи всем что привет. Я вам всех тоже. Жду, я всех жду. Всех ждешь. Серега всех ждет, приходите. Все дни, кроме воскресенья. Да. Обращайтесь напрямую к нему, да. Все, ладно. Все, спасибо. Да.